вот это Троценко сотрудничает с очень крупным сайтом, а Троценко один из моих помощников. Так. И вот разместил мою статью ответ. Просто одна из таких действительно интересов. Там не то, что сам дурак, как этот, ну, принцип такой, как у дяди Вани. А, я тут не то делаю, да ты сам, и пошло-поехало. А здесь не так. Здесь, смотрите, мне понравилось именно это. Спасибо, очень интересно. Статья привела в сильное замешательство, в связи с чем добавила в избранное. Потом подумаем над этим вместе с мужем. Много вопросов надо обсудить. Почему? Кстати, я приводил свои доводы. А людям-то это не знакомо, в принципе, не знакомо. Как это так? Наступил сентябрь. Не поливать. Наступил октябрь. Не поливать. Наступил сентябрь, октябрь. Не обрезать. Вспоминайте эти. Да еще как красиво рассказывают, как надо калечить деревья на зиму. Вот. И то, вот, пожалуйста, вот я специально выделил вот это вот. Потому что есть еще люди, которые это... Думать собирается. Мы потом подумаем вместе с мужем. Вот. Они же уже наверняка сад изувечили. Уважаемый Валерий Константинович, привет из Беларуси. Заказ получила. Очень рада. Отдельно спасибо за подписанные книги. Я всегда подписываю. Потом мои эти будут продавать, мои подписи, автографы за деньги. Придет время. Ну, не скоро, когда мне не будет. Когда читаю такие эмоции, аж задыхаюсь, вдохновение, хочется вас крепко-крепко обнять. Ой, да я с удовольствием, Наталья Петровна, приезжайте, я не против. Так, теперь, с наилучшим пожеланием. Почему я это письмо выделил? Потому что из Беларуси. А Беларусь для меня, и вот следующее письмо с Латвии, они для меня, Беларусь и Латвия, это по климатическим зонам, это одно и то же. Понимаете? Одно и то же. Это Прибалтика. Беларусь тоже Прибалтика, это атлантические циклоны, это, ну и пошли-поехали. Вот, плюс еще портится климат, как вы знаете. Теперь, спасибо за такое, это, запоминаем, что Беларусь заказала мне книги, а мы еще вернемся к Минсельхозу, я хочу поблагодарить. Там один сотрудник мою книгу прочитал, мне заказывали, я ее подарил, он ее прочитал. Так, поэтому я попрошу его уделить особое внимание, но пониже. Так, опять вспоминайте Зенина, вспоминайте Андрея, вспоминайте его мокрое, это, мощное деревья, и тут же вода стоит прямо выше, даже не выше спаханного поля, а выше дерна. Вот, это страшно внешне, но по железу что-то может добиться. Я расширяю свою агротехнику, а Андрей не сегодня со мной связался. А у него из 300 саженцев выращенных, уже из моих всего 5, как он пишет, выпало. И еще умерло садоводство, так. Вот, а вспоминаем в Ленинграде, это самое, 2500 абрикосов, все до единого погибли научные. Вот, самый крутой, самый большой в мире абрикосовый сад. Вот так, ребята. Ну, мы начинаем с нуля, смотрите. И тут есть, я дальше переходим уже к чему, к тому, чтобы мы могли с вами